Хищение электроэнергии на 30 миллионов рублей. Две незаконные майнинг-фермы были выявлены энергетиками в Кизилюртовском районе в ходе совместных рейдов с силовиками. На любительской съемке видно несколько помещений, в которых размещено оборудование для выработки криптовалюты с множественными проводами. Всего с начала года было выявлено 13 случаев хищения на общую сумму более 35 миллионов рублей.